У нас 2 ноября 2017 года. Вот я подошел к Успенскому собору прогуляться. Такой прекрасный, практически зимний день. Первый такой снег, он уже был снег, но он так не покрывал землю. В конце октября был тут. И сейчас вот я вышел прогуляться в центр. Солнце вот так немножко проглядывает сквозь снегопад. Вот Николай встретил звонаря с колокольни. И сейчас пойду. А? Чего? Да не, а что уж, я тебя сколько раз там лазил, снимал. Ну да, супер. Одно и то же, что там. Я же осень снял, зиму снял. Какой-то аппарат такой, что ли? Камера. Видишь, как? Смотри на то, что это камера. Видео снимал. Компактно. Да, все оно. Пультиком управляет, вот смотри. Оставшись с Николаем, он вот пошел туда вниз, куда-то в загородное, а я продолжаю прогулку по Владимиру, такому снежному уже. Вот даже тут стоят снегоуборочные машины, чистят снег на тротуарах. Самый такой первый большой. Дорога не скользкая, больше как бы сырая вся. В лицо. Я продолжаю путь по Большой Московской, бывшей улице 3-го Интернационала, которая называлась так в советское время. Здесь вот слева было раньше кафе «Блинчики». Сейчас вот строят такую церковь, которая стояла здесь ранее, до советской власти. При советской власти ее снесли. Было пустое место. А сейчас вот строят опять. Иду мимо магазинов. Они все практически пустые. Люди, наверное, сейчас не ходят по магазинам, все покупают в интернете, я так думаю. Здесь вот бывший дом губернатора весь в лесах, тут его реставрируют. Сейчас тут художественная галерея, а я схожу направо вниз по Девической в редакцию газеты «Про город», где мне должны заплатить за новость 400 рублей. Вот сейчас иду туда, на Никольскую 6. Вот Большая Никольская. Ворот налево. Сейчас иду туда. Здесь справа вот торговый центр, стоянки. Все заставлено автомобилями. Где-то вот здесь мне адрес написали. То есть людей тут практически нет. Одни машины стоят. Посещение редакции газеты. Я продолжим прогулку мимо торговых рядов. Снег немного тает уже. Здесь вот чистую, но довольно скользко. Температура, наверное, где-то -1, наверное, около 0. Но все равно небольшой снежок такой идет.
На машине я сегодня не рискнул ехать. Как бы у меня там летняя резина. Поэтому вот прогуливаюсь пешком.